А если мы погружаем его в реальную какую-то группу, где он общается, то есть некую команду, да, он одну малую группу из 3-4-5 человек, он явно начинает проявлять себя, вот, свои индивидуальные особенности, не чисто типные, вот, когда на него ничего не влияет, да, а какие-то индивидуальные особенности, то есть какие-то функции в нем усиливаются, какие-то функции в нем ослабевают. Вот. И это очень сильно влияет на то, как воспринимается этот человек в группе. Вот. И не понимая, что происходят эти трансформации, вот, по его, значит, поведению могут ему приписать там, тип по выраженной функции. Хотя это не может быть, не обязательно его первая функция. Вот. И следующее, эти функции не проявляются поодиночке, они работают группами. Первоначально, значит, была гипотеза, что работает двойка функций. Вот. Теперь уже понятно, что для того, чтобы выйти на вариант типа, как поведение человека, устойчивое поведение в группе, необходимо брать три функции. Три. Две из них обязательные, но они могут в любой комбинации с третьей функцией встречаться. Сейчас об этом подробно. Так, значит, что еще? Значит, напоминаю, что подтипы определяются, значит, самым прямым способом, это вот когда группа проходит вот консолидацию, эту притирку, вот по поведению видно. То есть кто-то берет на себя роль номер один, это лидер группы, не обязательно тот, кто будет всех как бы орать на всех и тому подобное. Это тот, который будет за всем следить, и если все идет не так, как ему кажется правильно, он тут же включится и тут же всех перетасует как надо. Вот. Особенно роль лидерства проявляется при конфликтных ситуациях. Если конфликтные ситуации возникают, да, хотя там есть гармонизирующий, который работает на предотвращение конфликтов, но все равно как бы эти конфликты неизбежно возникнут, вот тогда проявляется, действительно ли вы лидер группы. Вы должны будете вмешаться, и вы будете обладать таким авторитетом, что вы как бы все расставите по местам и объясните, как должно быть, и люди вам подчинятся. Вот это вот поведение лидера. Вот. Креативный будет стараться тоже периодически выскакивать и брать на себя роль лидерства, но это вот не будет устойчиво. Сначала на него будут смотреть вот с интересом, с уважением. Может быть, это и есть лидер, а потом поймут, что это не лидер, это просто генератор идей. Он предлагает, а может, туда пойдем, а может, этим займемся и тому подобное. Вот. И реально, куда мы пойдем, определить таки лидер. Хотя он не будет выскакивать сразу с предложениями. Он будет ждать, выскажитесь все, а я определю, что мы будем делать. Вот это вот будет поведение лидера. Для подтипа просто это напоминает, допустим, контактность, дистантность. Ну, да. Это напоминает экстраверсию, интроверсию, но это не экстраверсия, интроверсия. Это другое. Это поведение, например, в конфликте. Причем это легче проверить, чем просто экстраверсию, интроверсию. Это поведение в конфликте. Контактные в конфликте идут на сближение. То есть подтипы проверяются, как и многое в энергетической соционике, проверяются, когда нужно напрягаться и что-то делать, а не сидеть расслабленно и рассуждать. Понимаете? Это та информационная соционика, ты сидишь, просто рассуждаешь, они слова твои записывают. Вот у нас не так. У нас именно когда надо действовать и... И либо туда, либо сюда. То есть сама ситуация заставляет вас. То есть получается, контактные подтипы в случаях, когда некуда деваться, они идут на контакт, на соприкосновение, на обострение ситуации. А дистантные, наоборот, они дистанцируются. Они пытаются либо загладить, либо уйти, либо просто впадают там, в состояние оцепенения некоторые и тому подобное. То есть в жестких, энергетически тяжелых ситуациях это проверяется... Не надо как бы сомневаться, это видно, как оно проявляется. Контактные, в жестких ситуациях столкновения, когда некуда деваться. Дистантные будут бледнеть, замирать, уходить, вот, пытаться как бы не замечать. Вот. А контактные будут обострять, ну, по-разному. Кто эмоциями обострять, кто может силовой сенсорикой хватать, там, бить и так далее. Кто-то просто прет, хотя он слабый, да, и не силовой, но все равно лезет вперед. И там, вот это получается контактное поведение.